На эту сцену я хочу пригласить председателя Грузинского национального культурного общества Сакартвело, а также руководителя ансамбля грузинского танца Сакартвело Кикабишвили Аркадия Борисовича. Встречайте! Добрый вечер, дорогие друзья! Мне очень приятно видеть вас, нашу диаспору, друзей с нашей диаспоры, собравшись вновь вместе. А мы собираемся, по-моему, не так редко. Собираемся часто, все чаще и чаще. Я хочу пару слов сказать о пройденном 2009 году. Он был нелегким, но, тем не менее, для нашего общества он был плодотворным. В первую очередь хочу отметить то, что в этом году самое-самое, что было сделано для нашей общины, была открыта грузинская воскресная школа. Если вы помните, накануне Нового года, в прошлом году, я об этом рассказывал. И вот я сдержал свое слово, и уже целый год функционирует наша воскресная школа. В этой школе работают прекрасные педагоги, Катуна Сичинава. Я приветствую их. Негина Миишвили. И нашему педколлективу недавно присоединился замечательный человек, профессионал своего дела по вокалу и по народным инструментам Балхас Барамадзе. Вы сегодня еще его услышите. Ну, ансамбль грузинского танца вы уже знаете под руководством Ирмы Хуцидзе. И всем этим прекрасно, всей этой школы руководит вами всеми любимая Джина Нижарадзе. Я приветствую Джина. Самое интересное, что хорошее начинание всегда находит своих доброжелателей. И по моей инициативе был открыт фонд при поддержке этого прекрасного проекта. И благодаря этому проекту уже мы закупили книги, учебники в Грузии. И вот-вот на днях мы ждем. Помимо школы, очень много мероприятий мы проводили, своих мероприятий. Часто встречались в этом году, уже даже не знаю, сколько вечеринок мы провели. Наше общество очень яркое, приобрели новых друзей. Благодаря наших с вами встреч, как сегодняшняя вечеринка, наше общество стало более сплоченное, собранное и яркое. И принимает во всех мероприятиях города и области. Завтра, послезавтра городские, областные мероприятия, где там и наша община будет представлена. Я не могу ничего не сказать, 2-3 слова о нашем молодежном совете, благодаря кого вот все эти вечера и организовываются. Вы их в конце всех увидите, отдельно хочу их поблагодарить. Ну, что касается вот этого прошлого года, можно много говорить, что сделано, что мы собирались сделать, что не получилось, но сегодня не об этом. А что мы собираемся в следующем году, я это расскажу вам на следующей вечеринке, уже в следующем году. Но накануне Нового года разрешите мне поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелать вам кавказского долголетия, счастья, здоровья и процветание на этой гостеприимной украинской земле. Спасибо вам, дорогие друзья, что пришли. И приходите почаще, мы для вас еще больше и больше интересных вечеров делаем. Спасибо большое. А теперь хочу представить вам гордость нашего общества. Многократного призера и победителя целого конкурса «Виват Марин» Ингу Чурипидзе с песней «Хмак Уцнаой». Встречайте! Thank you.
Господа, представьте себе встречу двух грузин на 7-м километре. Чем занимаемся? Да, вот бизнес, понял? Бизнес. Молодец, да. Молодец. Мобильная связь. По всей Украине вообще все мобильная связь, все схвачено. Мобильная связь по всему. Да, вот дом купил, дача, машина, все, в общем, все. Хорошо раскрутился. Рейтинг, да, все нормально. Да. Молодец. Как у тебя вообще? У меня тоже так. Бизнес. Как бизнес? Ну, что? А что за бизнес? У меня грузоперевозки, понимаешь? У тебя мобильная связь, у меня грузоперевозки. Смотри, по всей Украине, там, по всему миру у меня грузоперевозки, там самолеты. Это хорошо, мне надо будет перевезти одну груз, короче, поможешь, да? Без проблем, Джан, ты что, раз, конечно. Ну, сейчас у меня дела, давай, маму. Давай, хорошо, увидимся. Давай. Мобильная связь. Грузоперевозки, да. Ноги! Как советуют грузинские долгожители, ешьте побольше зелени и пейте натуральное грузинское вино. Так на лохал по опер седа беги, ромка и алло бела.
Шури Гвартанашвили. Привет. Что ты знаешь? Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы в прямом эфире. И Витя, что ты не здороваешься? Что ты сидишь, такого человека я увидел? Должен падать. Привет. Что ты делаешь? Прямую трансляцию, запись идет, запись. А папа, подожди, ты не посадил. Какой человек? Уважаемый, я тебе позвоню, как он понял, ты... Да что, не понимаешь общество, ты слушай. Не обращаю. И сегодня мы на Верблюд ТВ начинаем наши транс. Что за Верблюд ТВ? Абара. Что такое Верблюд ТВ? Верблюд ТВ, так называется наш канал. Что такое? Объясни. Ты на Кавказе у нас бил. Каждый день там... Там горы видел? Ну, горы, да. А верблюд тоже горы, верблюд. Верблюд горы, да? Да, вот такие. Бери, нормально объясняю. Ты лезешь тут. Вообще. И сегодня у нас прямая трансляция. Но перед этим... Один звоночек сделаю я, да? Ты опять что-то как объяснишь? Да, ты... Алло. Алло, здравствуйте. Секс по телефону слушает. Здравствуйте, Наташу можно, пожалуйста? Конечно, можно. Привет, котик. Какой котик? Ты детей накормила? Почему они грязные ходят в школу? Я приду тебе в Париж, понял? Ты смотри меня за ним. Все, давай. Давай, да. Вы не думаете, что моя жена работает, потому что денег нету? Денег у меня есть, вы не волнуйтесь, вы не нервничайте. Я если захочу деньгами, все тут куплю, вас. Это просто у нее хобби такое, понял? Не нервничайте меня тут. Что это такое? И сегодня у нас, в общем, все, прямая трансляция. И сегодня мы будем говорить про детей, да? И сегодня у нас в гостях известнейший П... Слушай, читай нормально, ты там нормально написано. П... Это кто писал? Я писал. Ты это писал? Або что это за слово? Там педиатр написано. Где там? А, педиатр. Да ты сказал. Читать нормально. Педиатр. Там. И сегодня у нас в гостях известнейший педиатр, просто бог своего дела, просто понимаете? Это у нас Джон Ди. Бахнашвили, приветствуем все его. И поворотуй. Ара, быстрее иди, эфир идет. Привет, братуха, привет тебе. Гиппократович, да. Гиппократович. Гиппократович, неважно, это я тут главный. Ты много о себе возомнил, слушай. Короче, сегодня у нас прямой эфир. И вот такой у меня проблема, да? Пока мы не в эфире, мы чуть-чуть пообщаемся. Мы не в эфире? Не, хорошо. Не обращай внимания. Короче, смотри. У меня жена, да, есть, жена, и ребенок, 5 месяцев, и она мне его оставила. 5 месяцев ребенку? Ну, ты не думаешь, что оставила, она захотела и оставила. Это, Вася, я захотела, она оставила, она никто в моей семье, я сказал, она сделала. Не нервничай, Вася, я главный, понял? Ты, Вася, что ты... Что это, кто это тут ставит? Слушай, Вася, вот такой у меня вопрос. Оставила она ребенка, и он, Вася, кушать хочет. Ой. Кушать надо. Ну, не знаю, что ты плачет он. Кушать хочет, правильно сказать. Я так и подумал. В общем, думаю, что сделать в Жигиту 5 месяцев, думаю, шашлик сделаю. Сделал шашлик, не хочет. Думаю, что еще сделать молодому, растущему, вах, весь меня. Думаю, что еще ему сделать. Сделаю Васе хинкали. Хинкали сделал, ну а просто пальчики оближь, он не хочет. 5 месяцев. 5 месяцев ребенку не хочет. Думаю, что еще сделать. Ну, сациви сделал, как мама учила. У меня мама так его делает, ну а я тоже. И вообще не хочет, что такое? Да, а вы детское питание там малыш пробовали? Не люблю я этот малыш, слушай, а? Что ты мне? Объясните, что вы сейчас творите? Что такое? Сейчас трансляция, прямой эфир, люди смотрят, а ты что вообще говоришь вообще? Ты это записывал? А нет, слушай, я просто сидел смотрел. Вася, ты что? Ты записывал это? Объясни. Вася, я всем говорю, с тремя женщинами справляюсь. О чем ты вообще? А что я прошу вас?
Я знаю, у тебя сейчас связи и все такое, ты такой известный человек, понял? Ну да, да, да. Мне нужен киллер. Киллер нужен? Да, киллер. Киллер, 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 да, нет, да, вот, сейчас, хороший, я... Хороший, хороший киллер. Сейчас, хороший киллер, даже скидку для тебя сделаю, без проблем, брат, сейчас я тебе раз... Алло, это Лёва, Лёва, знаешь, да, такой? Неважно, я любые, любые деньги дам, лишь не... Хорошо. Да. Слушай, какой бонжур сейчас по-пацански разговаривает. Короче, мне нужен киллер. Ага. Ты где? В Париже? Через 2 секунды, что был... Побыстрее, если можно, хорошо? 10, до 10. Да. Хорошо, все, все. Он сейчас будет? 2 секунды он здесь. Киллер, супер. Хороший. Киллер лайт. Ты понимаешь? Я все. Переживаю сейчас. Да. Здравствуйте. Как дела? Киллер. Он киллер. Киллер. Слушай, у меня есть жена. У него есть жена. Слушай, ее надо убить. Ее надо убить. Это киллер? Конечно, киллер. Ты что, не веришь? Конечно, верю. Все, успокойтесь, что-то серьезно. Ну все, 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 серьезно, серьезно, хорошо, все. В общем, слушай, у меня есть жена, которая, в общем, проблема, мне изменяет, понял? И даже сейчас, в данный момент, она мне изменяет. И где? Понял? Вот сейчас на 5-м этаже, видишь, 3-е окошко, вот так, да, да. Изменяет. Конечно. Давай. Приступите к делу, пожалуйста. Что там? Изменяет. Что случилось? Подожди, изменяет. Что? Опа, опа, опа. Рахте вам, а, да. О, куда ты пошел? О. Я задушил его. Кого задушил? Куда? Итак, смотря на вас, я вижу, что уже, вы уже просто заждались в ожидании главного события вечера. Итак, встречайте! Самую обаятельную участницу ежегодных юморин, королеву грузинского юмора, Зию Квирикашвили! Можно мы с вами сфотографироваться? Ребята очень хотят. Да? Вот смотрите. Вот. Возьмите телефончик. Чёрт, Рига. Давайте я вам свой дам. Такой женщине дать свой микрофон. Это честно. Аплодируйте. Аплодируйте, Рига. Ага. Пардон. Арес. Арес. Поаплодируйте еще, пожалуйста, Зию Квирикашвили. Можно сфотографировать? На память, фотка, пожалуйста. Да? Да? Вот, держите. Держите. Да. Давайте. Вот. Давайте, давайте, фоткайте. Да? Фоткайте, 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 фоткайте. Вот, 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 вот. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.